Дорогие друзья, добрый день. Я всех рад сегодня присутствовать на Тульской земле. И участников, которые приехали сегодня с животными, и тех, кто привез сюда образцы своей продукции, конечные, то, что мы получаем от наших животных, да, молоко, сыры и так дальше. Рад приветствовать всех гостей, которые сегодня находятся в этом зале. Нам, конечно, безусловно, приятно. Мы рады тому, что вот такая первая всероссийская, может быть, пока не самая грандиозная по масштабу, но, тем не менее, на мой взгляд, достаточно добросовестная и хорошо организованная специализированная козоводческая выставка проходит именно на территории Тульской земли. Мы ставили перед собой основную цель какую? Чтобы пообщались между собой профессионалы, чтобы посмотрели друг на друга, обменялись теми вопросами, которые есть, проблемами, обсудили их, поискали, может быть, совместные пути решения. Ну и с другой стороны, мы, конечно, хотели привлечь прежде всего профессионального сообщества внимание к козоводству. Потому что там и тогда, когда мы с вами говорим про молоко, мы, как правило, всегда вспоминаем корову. И забываем, собственно говоря, про то, что есть и мелкий рогатый скот, и в том числе такая отрасль, как козоводство. Поэтому сегодня в Тульской области, может быть, мы пока не имеем грандиозных результатов, но мы к этому стремимся. В наших фермерских хозяйствах сегодня интерес к данному направлению возрастает, и я так думаю, что эта тема будет двигаться дальше. А подобного рода мероприятия, они как раз направлены для того, чтобы популяризировать такие вещи, чтобы привлечь внимание в том числе и жителей нашей с вами страны к продуктам питания, к здоровому питанию, возвращать, скажем так, нас к неким истокам. Поэтому вот сегодня то, что вы собрались, то, что приехали пообщаться, посмотреть, показать свои достижения, рассказать о проблемах, это, наверное, здорово и правильно. Сегодня это не только просто выставка, прошел, посмотрел, погладил, да, сегодня и такая достаточно серьезная будет научная работа для тех, для кого данное направление представляет именно профессиональный интерес, безусловно, и развлекательная программа, то есть, по сути дела, мероприятие такое, ну, как сейчас модно говорить, два в одном, да, то, которое и для профессионалов будет интересным и полезным, и, соответственно, для обычных жителей, для гостей этой выставки, да, которые сумеют и посмотреть на животных, и попробовать продукцию. Я думаю, что это будет тоже достаточно здорово и хорошо. Поэтому всем желаю сегодня хорошей продуктивной работы, хорошего настроения. Погоду нам с вами сегодня обещали солнечную, может быть, с переменной облачностью, но вроде без дождей. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день ничто не должно это мероприятие омрачить. Я очень рассчитываю на то, что у нас с вами это мероприятие будет и полезным, и, соответственно, даст толчок к дальнейшему развитию отрасли козоводства не только на территории Тульской области, но и в целом в масштабах всей страны. Поэтому всем хорошей работы и спасибо всем, кто приехал сегодня в качестве участников, и в качестве гостей, и в качестве экспертов. Спасибо большое.